НАТО является самым эффективным механизмом безопасности в мире после Совета Безопасности ООН, однако на сегодня Альянс не готов поддержать членство Украины в НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко. Соответствовать критериям НАТО – то же самое, что соответствовать критериям членства в ЕС. Они совпадают на 98%. НАТО – самый эффективный механизм безопасности в мире после Совета Безопасности ООН. И будет ли сейчас членство в НАТО проголосовано, чтобы пригласить Украину? Нет. И мы полностью это понимаем, сказал Порошенко в интервью украинской службе «Голос Америки», обнародованном в субботу. Он напомнил, что Украина пока не просила членства в Альянсе, однако впервые в истории больше 50% украинцев поддерживают членство в НАТО. И я как президент Украины могу принять решение о проведении референдума о членстве в НАТО. Однако вы спрашиваете о позиции наших международных партнеров, но я не могу дать вам эту информацию. В ходе Бухарестского саммита НАТО было заявлено, что дверь в НАТО для Украины закрыта. Пожалуйста, не стучите в эту дверь. Реформируйте свою страну. Постройте мир в Украине вместе с международными партнерами. И все будет хорошо, отметил Порошенко.